Че, let's go. Так. Ну-ка. Ради теста запустились и на этом. На Твиче. Нет. На Твиче не запустились. Так. Ладно, бог с ним, с этим Твичом. Невелика потеря. Так, что нам предложит коллекция сообщества? Давай посмотрим. Резня. Так, ну-ка, ну-ка, давай. 4 на 4. Вспоминаем, как играть с ней.
счастье! Бесконечное оружие! Ну вот это красиво было сейчас. На подходе тяжелый предмет. Ладно. Добегался. Окей, окей. Ой, не люблю эту пушку. Плазменную. Снайперская винтовка С7 на подходе. Ну-ка попробуем, может получится. Есть снайперская винтовка С7. Airlines. Мы потеряли соратника. Нет, триумф мне уже не повторить этот. Блин, а у меня нет патронов, да, отлично. Пролагивает в легоч. Привет, Стас. Да, что-то не спится, что-то я вся... Не могу заставить уснуть, решил Хейла покатать. Чуть-чуть. Может, еще что-нибудь подрублю, но это не точно. Сам что не спишь? У тебя сколько времени там, кстати, сейчас? Вижу врага. Блин, замес нормальный такой. А, по Москве тоже? Ну так-то да, тоже. Чего не спишь? Пол второго. Хотя бы серьезно, ты Resident Evil обычный, ты закончил, в смысле прошел его или закончил играть, как бы типа на сегодня хватит.
Работайте, Семь. Круто стреляешь, спартанец. А думаю, прошел уже так быстро я. Ну, оригинально мне тяжело, конечно, дается. Я ее вряд ли смогу когда-то пройти. Блин, нет, это я здесь тупанул, надо было ближе подойти. Руки ударить. Разменчик. Был размен. Офигеть, я даже до замка на не дойду. Я, короче, там эль-гиганта завалилась, только смог. Это я не помню, на чем играл. На PlayStation. Или где? Вроде на плойке. Не, в Wii-версию я бы еще поиграл по приколу. Там управление вроде как интересное. Да хорош ты, кто ему... Гранаточки решают за так. Найс, давай следующую.
Так, секунду. Красавчик Стас. Это хорошая новость. Привет, привет. Настроение. Настроение супер. Что-то уснуть не могу. Вот решил подрубить Хейла. Поиграть, посидеть чутка. Удержание меча. Ой, удержание меча терпеть не могу. Как можно дольше, ну-ка, ну-ка. Здесь лучше ходить всем вместе. Мяч у противника. Блин, а куда я выкину? Союзник уничтожил несущего. Доступен мяч. Мяч у нас. Что-то я не раскликался еще. Нифига. Чё? Жесть какая-то. Так. А, по поводу соусов, мне они нравятся, но я в них не умею играть. Мне нравится у них вот визуал. Атмосфера мне очень нравится, но я как бы вообще ноль в них. Я, ну, просто не выворожу я, скилла мне не хватает. Но Elden Ring у меня установлен. Меня там кошка отхлестала в последний раз, когда я запускал. Самое первое, вот в самой начальной локе. Мяч потерян. Найс. Мяч у противника. Двойное убийство. Теперь он наш. Держи его крепче, спартанец. Вот хорошо, что я именно у тебя в голове. Держи мяч. Еще один убит. Братцы, сейвите. Победа близка. Ну, отомстил. Мяч у нас. Знаешь, 80 боссов, я просто вот так вот дергаться потом буду, блин. Не, я очень хочу, блин, меня просто не вывод. Я не вывожу, не, ну, не знаю. Короче, я зайду, покажу, как я играю как-нибудь. Не знаю, может, не сегодня, но. Еще одна победа. Еще разок, и мы выживем. Ну, вообще мне нравится. Bloodborne мне еще нравится очень сильно. Но Bloodborne я как бы я прошел, меня там друг протянул по всем локациям. Ну, я считаю, это неправильно. Но вот мне нравится атмосфера. Так, ну-ка, братушка, иди сюда. Суток, блин, вот в этом и проблема. Времени вообще нету. Сижу ночью, вот играю, днем какие-то дела делаю, ночью стараюсь подрубать. Нет, чтобы этот, чтобы не запустить совсем.
канал. Прячу противника. Потерян. Ну, это было красиво. Ой, Острога что лежит здесь? Где Острога? А у нас хорошо получается. Держите, ребятки, держите мяч. Я тебя прикрою, друг. Противники на подходе. Получены плазменные гранаты. Победа близка. Ладно. Да, почти, 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 почти. Они уже близко. Мяч потерян. Вражеский несущий убит. Мяч у нас. Найс. А я, знаешь, Стас, я до Ады Вонг-то там толком не дошел. Вот она где там появляется? По-моему, я уж не помню так игру, чтобы... Ты про ремастер или ремейк? Потому что ремастер-то это, скорее всего, HD переиздание. А в ремейке... Ну, не могу сказать, потому что в оригинале я ее толком не этот... Не познакомился с ней. Только на различных вспомогательных сайтах. Если ты понимаешь, о чем я. Так. Мне больше нравится, если честно, Джилл Валентайн. В смысле, то, что на Ютубе сейчас консольщики редко стримят. Позиция Браво потеряна. Так, вражеская команда получает очки. Ну-ка. Захватил Чарли. Ну хорош, вы чё? Ваша ребята. Команда получает очки. Вражеская команда получает очки. Ну да, интересно. А со свеча так вообще мало кто стримит. Если подумать. Нормально? Получил лещей. Тяжелые предметы на подходе. Мы захватили Альфу. Ваша команда получает... Спартанец, ты просто чудо! Тяжелые предметы прибыли. Позиция Альфа потеряна. Классическая расправа. Враг захватил Чарли. Ну хорош, хорош. Вражеская команда получает очки. Ну сейчас, да, сейчас все стримят тоже с этого, с Сирисов, Сирис X, Сирис S. Просто нет смысла. Позиция Альфа потеряна. Надо как-нибудь устроить Switch стрим.
Сколько, интересно, будет зрителей? Лидерство потеряно. Блин, мистер лох. Ну конечно. Да не, это ж Свич смотрит. Там... Надо просто время выбирать особое. Враг захватил Браво. Я же Зельду купил. Одну предзаказал уже, все, новую. Которая в мае выйдет. Я там безвылазно буду сидеть на Свиче. Блин, че я вообще конченый какой, а? Лидерство захвачено. Ну, это... Вражеская команда получает... Но с другой стороны, вот кто? Ну, русификатор, да, ты прав, русификатор ставит на ПК. Но мне, например, вообще отсутствие языка не мешает. Я считаю, языки надо учить. Хотя бы, чтобы понимать игры. У меня причем школьные знания только. Я дополнительно ничего не учил. Команда получает очки. Ваша команда получает очки. Зона у нас! Что дальше? Мы потеряли соратника. Враг захватил Браво. Позиция Чарли потеряна. Вражеская команда получает очки. Лидерство потеряно. Круто стреляешь, спартанец. Мы захватили Чарли. Ваша команда получает очки. Лидерство захвачено. Тяжелые предметы прибыли. Позиция Альфа потеряна. Вражеская команда получает очки. Да, блин, я запутался. Карта не знаю. Враг захватил Чарли. Лидерство потеряно. Видали? Ваша команда получает очки. Ты анимешник, что ли, Стас? Подскажешь, что тебе нравится? Что вот можно посмотреть человеку незнакомому? Я, кстати, прочитал сегодня первую часть «Человека-бензопилы». Вынужден сказать, что это мощная штука. Я как бы не шарю, просто взял вот. Увидел, решил взять. Мне понравилось. Враг захватил Браво. Вражеская команда получает очки. Позиция Альфа потеряна. Лидерство потеряно. Мы потеряли соратника. Противник на полпути к победе. У тебя даже пули поют, спартанец.
Если фэнтези 15, что такое фэнтези 15? Тяжелые предметы на подходе. Какую игру скачал? Не, я говорю, я человек бензопила, посмотрел, ой, почитал книгу, не этот, не игру. Мангу прочитал. Блин, как я не люблю этот режим, бесючий захват этот точек, ну ладно. Бог с ним. Ваша команда получает очки. Это спантер всех нас перебьет. Еще один убит. Есть острога. Про какую игру ты говоришь? Я не понял. Про Resident Evil, что ли? Это было сильно сейчас. Ваша команда получает очки. Вражеские спартанцы на подходе. На подходе тяжелые предметы. Мы захватили Чарли. Позиция Браво потеряна. Тяжелые предметы на поле. Захватил Альфу. Мы захватили Чарли. Мы захватили Альфу. Классическая расправа. Лидерство захвачено. Враг захватил Чарли. В финалку. Я смотрел. Это же... Что случилось с королем там, пока они рыбу ели, блин. Полярный. Это я видел, это мне офигенно понравилось. Мы захватили Чарли. Позиция Альфа потеряна. Блин. Ну не, мы должны затащить. Найс, давайте, ребятки. Давайте затащим. Нормально.
Так, давай еще. Удержание меча. О, что за удержание меча? Там челики с боевым пропуском скупленным. А, меча, а не меча, блин. О, тормоз я, тормоз. Дружеский совет. Ракетные прыжки физически не выполнены. Мяч потерян. Вражеский несущий убит. Мы подобрали остальные. Бац! И насмерть. Прямо на повал. Мяч у нас. Два разряда. Лидерство захвачено. Мяч потерян. Мяч у противника. Так, все, собрались. Лидерство потеряно. Угу. Собрался. Помойку. Напинали мне. Здесь нас раскатали. Здесь нас раскатали. На полпути к победе. Мяч у нас. Союзник уничтожил несущего. Хорошие, ребят, вы чё, прекратите, блин. Тяжелые предметы на подходе. Спартанец убит. Доступен верный помощник. Мяч потерян. Там враг. Мяч у противника. Я что-то плохо вообще сейчас в этой катке. Команда близка к победе. Да. Мяч потерян. Мяч у нас. Мяч потерян. Мяч у нас. Мяч потерян. Мяч у противника. Подходи строго. Мяч потерян. Вражеский несущий убит. Мяч у нас. Есть острога. Ну куда ты, чел? Давай, жди, брат.
оружие никогда не подводит. Мяч потерян. Мы потеряли мяч. Хорошо рубим. Все сейчас гоняются за этой штуковиной. Спартанцы на подходе. Лидерство захвачено. Мяч потерян. Классическая расправа. Мяч у нас. Давайте, давайте, ребятки. Найс, найс, найс. Друзей Ноксис затянул историю. А я это? Я даже не доходил еще до туда. Не, я как бы играю, мне интересно. Финалка, но я играю, знаешь, медленно так. Не торопясь. Мне знаешь, что понравилось? Мне понравилась финалка 7 ремейк. Поиграем, поиграем, да? Сейчас я наиграюсь, когда этот Фейл Доблевотин. Доблевотины, когда наигрались. Этот звук, блин. Даже лишних вещей. Надо же, погляди-ка. Мяч потерян. Еще один убит. Держи его крепче, спартанец. Надо. Мяч потерян. Еще один убит. Мяч у нас. Мяч потерян. Ну вот я тоже безвылазно играю в этот в игру от Вана. Как бы я как купил Xbox, реже стал играть в остальные консоли. Мяч потерян. Мяч у противника. Потерян. Теперь он наш. На подходе тяжелые предметы. Мяч у нас. Тяжелые предметы прибыли. Дима, привет. Ну чё, как тебе Far Cry? Без спойлеров, без спойлеров я не прошел. Так, на эмоциях только. Far Cry как Far Cry уж, наверное. Мяч у противника. Вот, насчет PS4. Там же ремейк седьмой финалки есть. Вот ремейк седьмой финалки — это просто топ. На полпути к победе. Великолепная игра. Иди сюда ко мне, брат. Иди ко мне, дружище. На. Любой ценой, нет. Мне, я не знаю, Дим, ты за кого играешь? Я начал играть за Дани, женского персонажа, и в оригинале. У нее такой голос озвучки там, это вообще. Союзников убит несущий. Ой, ой, ой. Мяч потерян. Мяч у противника. Мяч потерян. Мяч у противника. Тяжелые предметы на подходе. Мяч потерян. Вражеский несущий убит. Тяжелые предметы на поле. Победа! Найс. Короче, да, давайте что-нибудь на ящике кто-нибудь. 4 победы подряд в Хейла, это не баран чихнул?
Так. Ну, посмотрим, что тут у нас есть. Сейчас я только превьюшку поменяю по-быстрому. Есть варик Hellblade запустить. Есть варик запустить Division 2. Я переустановил его с русской озвучкой. Так. А у меня нет метро Exodus еще. Не, давайте, надо закончить все-таки, что я начал. Закончу Hellblade. Вот. И этот. Потом будет метро. А потом Resident 7. Так, где у меня? А то я, короче, когда захожу в этот Hellblade или в какую-нибудь игру, я просто не понимаю, какое у меня там управление. Так, превьюшка. Где ты? Как тебя тяжело найти? Столько мусора у меня тут. Да, Division скучно, Hellblade точно тоже скучно. Давай посмотрим, что есть. Так. А, ну давай Elden Ring, посмотрите, как я страдаю или нет, или не надо. Так, Elden Ring есть. Forza скучно. Ири неинтересно. South Park надо переустанавливать, чтобы с русскими сабами был. Так. Короче, либо Hellblade тогда, либо Elden Ring. Були? Були там долгое начало неинтересное. Там смысла нет ее начинать. Там час только превью, вот это вот. Не превью, точнее, блин, а этот прелюдия. Нет, 13 нет. 13 надо этот... Я не буду спойлерить. Сейчас подумаю. Блин, GTA 4 лицензионная музыка меня вообще выхлестнут, выкинут с YouTube навсегда, если я запущу ее. Far Cry 3. Блин, мне кайфалом Far Cry 3. Что-то мне вообще душа не лежит к ней сегодня, честно. Блин, давайте Hellblade пока... Нет, Hellblade нет. Надо целый час играть, как минимум, в Hellblade. Elden Ring. Ну да, сколько игр, блин, а играть ничего не хочется особо. Короче, Time Splitters вообще офигенная игра. Могу Time Splitters показать, но, блин... Она на английском полностью. Короче, а да, в Hellblade катанем чутка. Что-то хочу. Да вообще зажрался, не то слово. И это... Это проблема. Так. Проведем нашу сену.
want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldur. Oh. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature. He spoke fair words. He gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. В общем, продолжаем Hellblade тогда. Сейчас, походу, мы с Бальдром, да, встретимся, или... Давай посмотрим. Офигеть. Вот это поворот. А мне что нужно-то? Какое интересно. Давай попробуем теплее. Ух, эти загадки. Я как будто в Сибирь играю, где можно мечом крушить чуваков. Тетрис, без шуток, офигенная игра. Я, кстати, могу, если этот... если совсем психануть, у меня на свече есть Тетрис. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Тим, ты про Тетрис эффект говоришь? Она, да, крутая. Блин, надо ее, кстати, поставить. Ты мне сейчас напомнил, Тетрис реально офигенная игра, без шуток. Она такая залипательная. Фильм, кстати, не смотрел, вроде вышел уже на Apple TV. Тетрис. Ну, скорее всего, это какая-то фантазия. Просто интересно. Так, а если... Угу. И синюю маску нацепить. А, и у нас открылось все, понятно. Да я понял, что он в другом мире. Voices, you killing me. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And
Senno explored new paths into the unknown. Ага, надо. Another world. Окей, давай в другой мир поехали. Здесь у меня разрушено все, да? А нет? А, ну так это работает. О, а что такое Combat 7? А, из Combat 7, я, прости, протупил. Из Combat 7 я хочу как-нибудь дамочка носить. Мне вообще интересна серия эта. Ну. Просто какое-то у меня ощущение, то, что я что-то упустил. Она же на PlayStation в свое время выходила. Я, конечно, могу ошибаться. Подожди, а, все, я туплю, надо оттуда зайти. Окей, так мне не зайти. А, я понял, мне надо найти эту буковку, руну, и только потом открыть. То есть мне не обязательно на самый верх для руны подняться. Так, вот я вижу, короче, очертания. Вот она, вот же она, все. Изи бризи. Дим, по поводу свеча. Это очень резонная твоя, вот это вот, твоя мысль. Сейчас я тебе скажу. Сейчас он договорит. Короче, я другу своему одному дал сперва Xbox погонять от Series S. Ему понравилось, он купил Series себе S. И Switch тоже я ему дал затестить. Он думал Switch еще взять. Вот. Но Switch ему вообще не зашел. Вот вообще никак. Он тоже смотрел, ему нравилось вот это... компактная тема, форм-фактор и идея, но игры нинтендовские вообще не зашли. Вот ему понравилось в Diablo играть в портативе, а в остальном не его. Вот если у тебя есть, может, знакомые со Switch'ом, попроси. И знаешь, Switch надо брать, если тебе нравятся нинтендовские игры, потому что ради портатива, ну, это не то, не то. Так, лестницу восстановить надо. Так.
И игры там, знаешь, ну, на них цена сильно не падает. Вот, если игры покупать, там нет таких скидок, как на PlayStation или Xbox. Но на картриджах, если ты покупаешь, то есть ты их даже, ну, по прошествии времени ты только дороже их сможешь продать, если что. В этом плане круто. А, 30 фэпсов, да. Плюс, видишь, ты в 4К уже, ты вкусил 4К. Тяжело тебе будет со свечом. Так, а как мне туда пробраться? Не подскажете? Ладно. That made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. Так, стрелочку нашли. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past, and Dillian, her future. Two realities tearing at her soul. Да. Как бы не ты один, я-то знаю ребят, которые тоже не могут уже. The Northmen tell how the gods mourned Baldur. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Baldur's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief and she dies. She's put next to her husband and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. В этом мире я могу что-нибудь посмотреть? Нет. Вот, дай бог, 12-го выйдет Зельда. Посмотришь, если уж тебе и она не понравится, то тогда нету в этом вообще никакого смысла. В свече. А, вот же. Это мне надо на ту сторону, да? Все, я понял. Это у меня не откроется. Все, я понял, как надо сделать. Все. Придется побегать. You remember meeting him beneath the tree? Блин, ну тот теплый мир мне больше нравится. Там и музыка хорошая такая. Так, а, вот и все, вот и наша буковка. Все.
А, то, что в портативе рубиться. Ну, знаешь, Дим, вот во что я наиграл прям очень много времени на свече, это Diablo. Diablo 3 я просто до дыр. Она там шикарно играется. А вот это я чуть не пропустил. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hel and ask Hela to let Baldur return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hel. Так, у нас Диллиан в темном мире. Поэтому мы идем сюда. Марио, конечно, шикарное. Вот Одиссея, если в первую очередь брать что-то на Switch, это надо Марио Одиссею брать. Ну, Зельда, знаешь, там... Не, она не всем заходит. Но Марио — это просто офигенный платформер. Если в компании играть... Блин, Smash Bros, Mario Kart — офигительное просто. Пошли, пошли, не бойся. Ты не упадешь, не боись. Держись. А чё как? Это чё это? Чё это? А, блин, как-то минус рука будет скоро, минус игра скоро будет такими темпами. Блин. Dillian! Это ты, Стас, про финалку? Только без спойлеров. Потому что финалку я буду играть еще. Ну-ка, нет, держись. Дамочка, давай, я в тебя верю. Нет. Да все хорошо, идем. Да, нормально. А как это работает-то? У меня сейчас рука, блин, уже вот посих будет. Черная. Да хорош, я ее дропну, отвечаю, если я сейчас упаду еще разок. Я же, блин, все правильно делаю. Это какой-то уровень из первого Макс Пейна. Привет. Hello. Good night. Very careful. Dillian never much cared for the underworld. Я постараюсь. Блин, да. You're going to fall. Careful. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it, son. Be very careful. You've come this far. Don't let it slip away. It's a narrow bridge. And there's a long way to fall.
Дима, прости, я дошел. Так, Poland, yes. Place. I don't know your language, but I know the alphabet. I speak English a little bit, if you got some questions. Так, Дилиан. Сейчас обратно. Нет. Сейчас меня из зеркала должны вернуть. I'm from Russia. Синуа. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world thing? You, and only you can see, just to be rid of your nightmares? Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I know. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. Бедная Сенуа, что же выпадает на твои... на твою долюшку? Так, попробуем еще один обелиск очистим. И все, наверное, да? Потому что я больше не выдержу, скорее всего. Give his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Что-то жесткое должно быть сейчас. Нет? А, кстати, да, я заметил. Это очень странно. Ну да ладно. I'm right here. Can you see me? Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Мы люди приветливые, мы рады всем. Tell me what you feel. Так. Good. Then there is a way out. Стас, приятных снов. Спасибо, что забежал. Да, время-то 3 часа. У тебя, если по Москве. I'm still here. Я-то ладно, я что-то себе режим сбил, вот с этой, пока болел. И вот... что-то сегодня не могу уснуть. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. О, 4. А ты почему не спишь? Просто тоже режим такой. Или с работы, может, или на работу. Да-да, надо восстанавливать, ребят, режим. Блин, важная вещь.
In my city, in Kazan, now almost 3 a.m. Так. Это понятно, да. А, спросили, сколько времени сейчас в России? Я говорю, в Казани у нас почти 3 утра. Вот, 2 часа. 1 час разница у нас. Так, ну-ка, тут что-то было. Я что-то слышу. Google в помощь. Вот я, моя любовь к этим всяким JRPG немножко меня это поднатаскала в английском. Intense moment. Напряженный момент. Я только по вибрации понимаю, куда мне идти. I can't go on. Will you? Find a way. I'm not leaving you here. I'm somewhere else now. But the breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Go to it. I've reached the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. Mm-hmm. I'm so sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senua. My father. He taught me that the hardest battles are fought in the mind. Not the soul. You're no coward. Prove that to me in the warrior trial. This is just another battle. You can beat him. This isn't for that. You don't have to help him. I want to. Besides, you are going to be a great warrior today. We need Holland Place, how are you doing? If you're still here. Как дела у нашего польского друга? Fine too. Can't fall asleep. A little insomnia. So
trying to play something. Все хорошо, пишет. Вот. А я сказал, что у меня бессонница. О май. Это было страшно. Вайбы Resident Evil какие-то. Так, отсюда мы не пройдем, да? Мы вот отсюда пройти сможем. О, это хорошо. Я Polish is bit similar to Russian language. I can't say that I understand Polish, but some words are similar. Так. И чё, и чё, и чё? И как мне мимо вас, ребят, пройти? Это, конечно, очень напряженный момент. Уже близко, уже близко. Так, чуть-чуть осталось. Darkness is testing you, but you are in control. Пожалуйста, можно я уже выйду из этого дома? О, опять мне надо будет пройтись по балке и не упасть. Если я к нему упаду туда, то это все. О, нет. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Прыгай. Отдает Твин Пиксом каким-то, если честно, сейчас.
Ну, жуть. Я смогу наконец получить меч свой. She could spend hours, days even, trapped within herself in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go. She could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Nice. Это было сильно, конечно. Все, идем, берем меч. With grammar reforged, you will have Odin's blessing to walk. Так, а как мне обойти? So Dillian was helping me. And his sword will lead me to him. Like when we first met. Ну-ка, давай. Дай мне меч. Dillian gave her the strength to pass the warrior trials, and she saw a way out. To leave her past behind and become a warrior in Dillian's clan. Бери, бери, давай. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. Pay a price for this. С мечом я заплачу эту цену тебе сейчас легко. With Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Dillian? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. See it clearly now, Senua. The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get to you. Hold your heavy strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold it. Give him hell, girl. She's going to die. No, she isn't. Задай им жару. А, это вот этот наш дружок. Ой.
Wave threw itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Это, конечно, жутко. Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Zimbel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Oh, big boy. Boy. Хорош, вот то... А почему я не смог? Привет, Максим. Я себе режим сбил, я приболел, и поэтому у меня бессонница. Так, мне туда идти или не туда? Вот я что-то запутался теперь. Join her.
Давай, нападай. Музыка, конечно, вообще дает жару. Сапир. Да хорош, хорош. Держись, 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 держись. Где он? Как я так? Нет. Хорош, игра, блин. Why are you fighting for someone who's already dead? Just look around you. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Thank you for what you have done to him, to his friends,
Сколько можно? Блин, чё как потно-то было. Ужас. Ужас. Чё, я сюда иду? Нет, нет, не сюда, походу. Или сюда? Не к вам? Нет? Точно не к вам. Сенна, ты хоть дух перевела, нет? Да, Максим? Все верно. Да нет, почему? Нет, нет, все нормально. Блин, а вообще я туда иду или не туда? Походу я заплутал. Не, Макс, это... Я эти темы здесь не затрагиваю. Я сейчас комментарий твой удалю. Но я тебя предупрежу просто, что здесь у меня канал просто про игры. Я этот... Как бы далек от всей этой движухи. И мне, знаешь, мне совершенно плевать на национальности людей, на расы, на прочее и так далее. Вот, но я здесь только обсуждаю игры, околоигровые темы, кино и так далее. Как бы если в том же духе хочешь продолжать, ну, не получится у нас общение. Если захочешь общаться по играм, я всегда рад. Ну, как бы это... Не с той ноги мы с тобой начали разговор. Ничего личного. А, все, я понял, куда идти. Какой муха? Этого? Дэвида Кроненберга? Очень хочу. Я его когда-то давно смотрел в детстве, когда был мелкий. И это... Вы помнишь, что он какой-то офигенный? Вот... У меня прям есть список, что мне пересмотреть. Если не забуду, я запишу туда. Ну, как бы я помню, я помню. Мне знаешь, у Кроненберга какой фильм нравится? «Экзистенция». Вообще тащусь с него. Где они этот... игровая приставка, которая к человеку подключалась. Это жуть.
Ух ты. Надо, надо. Мне тут посоветовали еще, я Каллисто Протокол проходил, мне посоветовали пройти, ой, посмотреть этот «Сквозь горизонт» фильм. Вот я его скачал, он у меня следующий в списке. Так, я запишу, пока у нас тут от сцены, я запишу себе. So many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison, and his words still haunt you. Who do you trust? Him or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Дим, привет. Спасибо тебе. Я уже заканчивать, наверное, буду, потому что сейчас, не знаю, у меня вот это пройдет. Глава. Все. На сегодня хватит. Вот. Надо немножечко отдохнуть от Hellblade, потому что она такая тяжелая. На нервы давит сильно. Долго ее играть не рекомендую. Вот часочек. Прям самый идеальный тайминг. В Halo катанули сегодня. Hellblade. Супер. Я доволен. Спасибо всем, кто смотрел. Ребят, спасибо за внимание. Заходите, пообщаемся. Фильм я записал, Муху. Обязательно посмотрю. Кроненберга я уважаю максимально. Вот. Все, всем спасибо. Спокойной ночи. Счастливо.